Thank you.
Таким, 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 таким
Tava jananam kala na janati tava samapanam drushto maya tava mahakarah yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Kala Удерживайте сосредоточение между бровями, держите глаза закрытыми, глаза закрыты, удерживайте сосредоточение между бровей, слегка приподнимите лицо кверху. Закрыты. Fabi.
Take your own time. Take your own time and slowly, very slowly, please. Open your eyes. Не торопитесь, не торопитесь. Медленно, очень медленно. Откройте глаза. Welcome and blessings for Guru Purnima. Добро пожаловать на Гуру Пурниму. Мои благословения. Замечательно. Где бы вы ни были в мире, я знаю. Те из вас, кто в Европе, Великобритании, сейчас раннее утро там. Те, кто здесь, в США, последние два дня здесь было очень сильное солнце. Только сейчас мы их немного охладили дождем. Прошел хороший дождь, все немного охладились после обжигающего солнца. Идеальная погода. Это полнолуние, которое приходится на июль. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с аудио, либо вам нужно будет подойти поближе. Иначе что весь остальной мир подумает об американцах? Это полнолуние. В своем роде суперлуние года. Луна гораздо ближе к Земле, чем любое другое полнолуние в году. Это значит,
что влияние гравитации Луны работает на вас лучше, сильнее, чем когда-либо. Те из вас, кто держит зонтики, сейчас не волнуйтесь, гравитация работает и через зонтик тоже. В чем же значимость? Что такого в том, что Луна немного ближе? Суть в том, что прилив будет сильнее, чем когда-либо за 12 месяцев. Поскольку Луна настолько близко, жидкости на Земле начнут подниматься наверх. Если вы не знали, я уверен, что вы, конечно, знаете. Кто-то там сзади достиг просветления. Люди хотели сесть впереди, думая, что так просветление произойдет быстрее. Но видите, кто-то там с задних рядов достиг просветления до них. И последние станут первыми. Вроде такое есть выражение. Но люди сидят там сзади, потому что там есть большое дерево. Итак, все, что может подняться, поднимется в эту ночь. Мое пожелание и благословение, чтобы и вы этого не упустили и поднялись. Когда поднимается океан, когда поднимаются миллионы тонн воды, когда они хотят двигаться вверх из-за гравитации Луны, думаете, что жидкости в вашем теле не поднимутся? Когда я говорю «жидкости», это не только кровь. Почти все в этом теле, механика этого тела, самые разные переживания этого тела контролируются секрецией желез. Когда Луна полная и когда она настолько близко, все эти жидкости поднимаются. Если вы будете поддерживать правильное настроение в себе, произойдут правильные вещи. Сейчас, если вы чувствуете гнев, обиду, то поднимется вот это. И дело не во мне, дело в Луне. Это из-за нее. Но если вы поддерживаете медитативность, радость, умиротворение, любовь, поднимется это. Вот почему мы собрались здесь на сатсанг. Потому что, чтобы, по крайней мере, в эти несколько часов вы поддерживали себя в хорошем состоянии, и в вас поднялись правильные вещи. Вот в чем весь смысл. То, что достигает в вас пика, будет ли это гнев, обида, разочарование, либо это будет радость, любовь, что поднимется внутри вас? Вот что определяет качество жизни человека. Все, чем вы являетесь, вот все, чем вы являетесь, то, что в вас поднимается. Так что, ничего. Вот что означает просветление. Всегда должен быть какой-то громкий звук. Те из вас, кто держит металлические зонтики, пожалуйста, опустите их. Если у вас зонтик, в котором есть металлические части, пожалуйста, опустите их. Даже если вы промокнете, ничего страшного. Вы хорошо заземлены. Так что, если даже вас попадет молния, она пройдет сквозь вас. Правда? Но если вы изолируете себя от земли, тогда она останется в вас. Если кому-то очень страшно, вы можете перейти, но это не обязательно. Человек — это комбинация разных форм, компульсий
и осознанности. Компульсии, связанные с инстинктом выживания, инстинктом продолжения рода, психологическим, эмоциональным выживанием, социальным, финансовым выживанием. И если вы изобрели что-то свое, тогда что-то свое. Все это вместе для многих людей составляет всю их жизнь. Большинство людей никогда даже не станут или не приблизятся к тому, чтобы стать осознанными. Не из-за того, что это что-то отдаленное, не из-за того, что осознанность — это что-то сложное. Просто, несмотря на то, что это самый важный аспект вашего существования, вы не видите этого, и если вы не осознаны, вы этого не почувствуете. Это все равно, что воздух, вы его не видите. Если вы не осознаете, вы даже не знаете, что вы дышите. Сколько людей на этой планете за 24 часа, по крайней мере, на 5-10 минут, осознавали, что они дышат? Если, конечно, не брать в расчет астматиков. Если только в дыхании не было какого-то затруднения. Иначе люди не будут этого замечать. Несмотря на то, что это жизненно важно, если вы остановите даже на 2 минуты, то вы умрете. Осознанность и даже еще важнее, чем воздух, которым вы дышите. Неправильно называть осознанность чем-то, потому что это вы, это не что-то другое. Это не ваше тело, не ваш процесс мышления, не ваши эмоции. Это вы. Вы как таковы, вот это вот. Потому что это настолько очевидно, но в то же время настолько ускользающее. Просто если вы смотрите на восток, вы не видите запад, а если смотрите на запад, то не видите восток. Все настолько просто. Вы смотрите в неправильном направлении. Ваше время и энергия вложены в другое направление, и вам кажется, что это что-то отдаленное. У нас все больше и больше просветленных. Мне бы хотелось, чтобы молнии били отсюда наверх. Итак, гуру появляется потому, что люди, большинство людей, никогда не видели того, что прямо у них перед глазами. Но также они не видят того, что внутри них. Просто потому, что они полностью посвятили себя другому направлению, как я уже сказал, разные уровни выживания, которые усложняются социальными процессами, когда люди полностью погружены в свой процесс выживания. Не нужно... Если вы постоянно думаете про процесс выживания, что со мной произойдет, буду ли я лучше кого-то другого, тогда вся ваша жизнь теряется в процессе выживания. Выживание имеет значение. Я не говорю, что не нужно о нем заботиться. Только если вы выживаете, появляются все остальные возможности. Но выживание не означает быть лучше кого-то.
Выживание означает, что вы поддерживаете эту жизнь хорошей. И для этого не нужно многое. Только если вы хотите быть лучше, чем кто-то другой, тогда на это может уйти вся жизнь. Так что гуру здесь не для того, чтобы создавать философии, начинать новую религию. Духовный процесс означает, что есть жизнь и есть более глубокая жизнь. Гуру — это словно дверной проем. Если вы посмотрите на дверной проем с какого-то расстояния и захотите попасть туда, на самом деле вы хотите пройти сквозь дверной проем. Но с небольшого расстояния сама по себе дверь кажется пунктом назначения. Так что если вы далеко, то гуру — это ваш пункт назначения. Не знаю, наверное, нигде в мире этого нет, но в Индии есть врата Индии. Не то чтобы все через них попадали в Индию. Это такой монумент. Врата. Если бы это был единственный вход, я бы захотел попасть в Индию, я бы смотрел на эти врата как на конечный пункт назначения. В этом смысле гуру — это пункт назначения. Это цель. Я говорю об отдаленности не с точки зрения физических измерений, миль, километров. Но если вы во что-то вложили себя, тогда вы очень далеко. Вложили себя в свой мир мечты, психологический мир, эмоциональный мир. Тогда работа гуру заключается в том, чтобы переместить вас в мир Создателя. Вы, как Вишвамитра, начинаете создавать свой собственный мир у себя в уме и начинаете там жить. Работа гуру заключается в том, чтобы переместить вас в мир Создателя, либо, если вам это непонятно, мир Бога. Что же мне сделать, чтобы попасть в мир Создателя? Вам ничего не нужно делать, вы уже здесь. Просто научитесь дышать осознанно. Ваше сердце должно биться осознанно. Все в теле должно происходить осознанно. И самое главное, осознанность, которая является источником того, кем вы являетесь, должна быть впереди вас. Сейчас до 25-30 лет. Скорее всего, тело является движущей силой вашей жизни, особенно в Америке. Люди говорят мне: «Садхгуру, я сделал то, это». Как вы могли сделать что-то настолько глупое? Садхгуру, мне было только 18. А я не знал, что в 18 нужно быть глупым и постепенно становиться умным и стать очень умным ближе к смерти. Это глупый способ жить. Вы должны стать умнее рано в своей жизни. Так что это просто потому, что вы вкладываетесь в то, что создаете. Вовлеченность с жизнью — не проблема. Но когда я говорю «вкладывайтесь», вы идентифицируетесь с тем, что вы создаете. Как только вы отождествляете себя с тем, что вы создаете, тогда все невероятное мироздание, которое присутствует здесь, которое нельзя сравнить ни с чем, потому что нет ничего другого, но вы полностью его упускаете, потому что ваши мысли, ваши эмоции, ваши идеи, философии, системы верований или экран вашего телефона будут занимать вас. Вы никогда не увидите реальность такой, как она есть. Так что работа гуру заключается в том, чтобы
вы увидели то, что всегда было. Не то чтобы падающая звезда. Смотрите, смотрите. Не так. Это всегда присутствует. Почему же эти идиоты этого не видят? Это большой вопрос. Почему они не видят то, что всегда присутствует? С этим связана определенная история. Вы не единственные. Это происходило в Махабхарате. Арджуна спросил Кришну, в чем природа этой истины, о которой ты говоришь? Где она? Она здесь или она там? Где она? Кришна рассмеялся и сказал, на поле боя. Он рассмеялся и сказал, истина твоей жизни находится на кончике твоего носа. Так что многие люди начали смотреть на кончик носа. Если сконцентрироваться на кончике носа, через 3 минуты у вас начнется сильная головная боль. Если вы из Китая, Японии, то через 1 минуту. Он говорит вам, что это что-то настолько очевидное, а не о том, что истина сидит на кончике вашего носа. Это самое очевидное, что только есть. Это прямо здесь. Если бы это было там, мы могли бы туда отправиться. Мы могли бы бежать в этом направлении и найти это. Но это всегда было здесь. И внутри, и снаружи одно и то же. Указать на это, несмотря на то, что это так просто, люди делают это настолько сложным. Также есть традиция, что люди говорят, мертвый гуру — это хороший гуру. Да? Да или нет? Потому что, если найти мертвого гуру, вы можете выворачивать его, сделать его таким, как захотите, очень милым, приятным. И не только это, вы можете нарисовать, как он ходит по воде, летает в воздухе, совершает астральные путешествия. Это происходит со временем. Потребуется всего 200-300 лет, и за это время начнут происходить самые разные чудеса. Но говорю вам, я очень обычный гуру, очень обычная сущность. Я всегда осознаю, я всегда слежу, чтобы люди не рассматривали меня как кого-то особенного. Из-за этого я очень обычный, более обычный, чем большинство людей. Никогда не пытаюсь быть особенным. Почему я говорю это вам? Пытаться быть особенным, вести себя по-особенному, означает, что в какой-то степени Создатель допустил ошибку при создании вас. И вам нужно что-то делать свое. Вам нужно... Пожалуйста, прибавьте немного громкости. Вам нужно что-то добавить. По крайней мере, нимб. У меня есть? Сегодня не добавили. Нужно что-то дополнительное, но вам не нужно ничего дополнительного. Жизнь полноценна. Каждая жизнь,
Когда дело касается физической силы, то, что делает один человек, возможно, не может сделать другой. Когда дело касается интеллекта, то, что один может делать, другой, возможно, делать не может. Но когда дело касается процесса жизни, у каждого процесс жизни полноценен. Когда мы говорим про духовный процесс, у каждого человека одинаковая возможность. Просто некоторые немного лучше повернуты в эту сторону, поэтому результаты они получат быстрее. А может быть, некоторые люди пытаются учиться у гуру. Они могут продолжать учиться, но это потребуется многие жизни, как я уже сказал, в этой жизни. Если я достаточно долго проживу и сделаю то, на что я способен, 7 дней в неделю и так далее, скорее всего, я смогу поделиться лишь 2% того, что я воспринял. И это будет нечто значимое. Так что, если вы учитесь, это долгий процесс. Некоторые приходят поближе, и они просто обнимают гуру, принимают свои объятия. Из-за этого их переживания приятны. Они живут радостными, счастливыми, вне зависимости от физических ситуаций в жизни, поскольку они в контакте с благостью. Но есть еще один путь, когда кто-то растворяется в этом. Потому что гуру подобен кислоте где-то внутри. Так что вы можете просто раствориться в этом. Если ваше сердце бьется для вашего гуру, либо ваше дыхание ощущается как ваш гуру, или ваш гуру — это ваше освобождение. Это все зависит от вас, вы можете. Ваш гуру может быть вашим дыханием, сердцебиянием или освобождением. Это ваш выбор. Вы можете наслаждаться определенными вещами. Но природа некоторых вещей в том, что вы становитесь частью чего-то другого. Как же быть с гуру? Вы можете научиться кланяться с дистанции на расстоянии. Вы можете учиться, можете принимать, либо можете раствориться. Сегодня Гуру Пурнима. Выбор за вами. Какой бы выбор вы ни сделали, я с вами. Я не настаиваю, каким путем вам идти. Как я уже сказал, я здесь не для того, чтобы создавать философии, идеологии, новую религию. Нет. Я хочу создать огромное пространство, наполненное кислотой, куда люди могли бы попадать и растворяться. Я знаю, что кислота — это нечто негативное. Я могу сказать «растворитель». Но, как вы знаете, я постоянно использую негативную терминологию, потому что если я скажу что-то, используя позитивную терминологию, у людей начнутся самые разные фантазии и галлюцинации. Потому что в большинстве культур людей учат с самого детства, что существует рай, небеса, и что гуру или святые ходят по воздуху, а не по земле. Но я вам рассказывал про святого, который никогда не ходил в туалет. Ничего такого. Очень обычный. Более обычный, чем
все люди, большинство людей. Многие мировые лидеры, министры, министры сельского хозяйства, они меня спрашивали: «Садхгуру, откуда вы знаете, что делать?» Я сказал: «Я лишь червь, я не могу вам интеллектуально все объяснить, но я могу сказать вам, как это работает, потому что я червяк». Обычно вы кого-то называете червяк, когда хотите сказать, что он самый низший из всех существ. Но когда вы называете кого-то червем, вы поднимаете их. Вы говорите, что вы — основа, фундамент моей жизни. Этим самым вы говорите, что вы — фундамент моей жизни. В 21 веке в чем смысл просветления в 21 веке? This could be my great-grandmother. Однажды 108-летняя женщина, ее спросили: «Что самое лучшее в таком возрасте?» Она сказала: «Старшие люди на тебя не давят. Нет давления от старшего поколения». Так что ваши мечты, если вы не научитесь справляться с вашими мечтами как с игрой, относиться к ним легко, если вы идентифицируетесь с ними и воспринимаете их как реальность, для тех из вас, кто смотрит это ночью, я говорю не о снах. Я говорю обо всем, что вы думаете. Ваш процесс мысли, ваш психологический процесс — это мечта, это сон. Это мой день, Гуру Пурнима, так что могу говорить, что захочу, даже если это звучит как-то не очень. Допустим, вы кому-то скажете, допустим, вы в старшей школе, вы кому-то говорите: «Я тебя люблю». Это мечта, сон. Вообще-то, в Индии, когда вы говорите это, люди говорят: «Это моха». Это значит, это сон, иллюзия, потому что вы придумываете это в своем уме. Теперь ваши эмоции соединяются с мыслительным процессом, и бум! Это становится реальнее, чем вся Вселенная. Да или нет? Помните эту девушку из старшей школы? Она была более реальной, чем вся Вселенная. Это называется моха. Это значит, что ваш ум создает иллюзии, чтобы отправить вас куда-то еще. Я не буду углубляться во все это, у него есть своя цель, но, по сути, природа хочет, чтобы вы делали определенные вещи, потому что она так сильно над этим работает, над процессом эволюции от одноклеточного существа до такой сложной жизни. Она не хочет, чтобы все вы достигли просветления и просто сидели вот так и чувствовали себя замечательно. Она хочет, чтобы вы проходили через весь процесс. Должен появиться следующий слой людей. Так что у этого есть своя цель. И внезапно в Индии говорят «Чандрамуки» о женщине, что значит «она подобна Луне». Если у кого-то лицо напоминает Луну, тогда значит она действительно. Но неважно. По сути, мы хотим сказать, что она более прекрасна, чем Луна. И она будет выглядеть гораздо более красивой, чем Луна или что угодно во Вселенной. Потому что природа может управлять вашим сном так, чтобы вы в тот момент верили, что
Вот это самое главное. Or sometimes by yourself, if you're wise. Or sometimes it runs for иногда years, and then you understand. Это может продолжаться много лет, и тогда постепенно вы начинаете понимать. Либо же даже на смертном одре вы держите чью-то руку, но вы должны понять, что никто с вами не отправится. Вы пойдете туда в одиночестве. Так что я не пытаюсь принизить любовь, стремление людей быть вместе. В этом нет ничего неправильного или плохого. Но я говорю, что вы должны играть с этим, относиться к этому легко. Только тогда у вас будет необходимая энергия, чтобы исследовать то, что является сердцевиной вашей жизни, ядром вашей жизни. Неправильно ли делать то это, то, что мы сейчас называем жизнью? В этом нет ничего правильного или неправильного. Вы можете заниматься всем этим, но вам не нужно теряться в своем сне. Проблема в том, что вы можете потеряться в своем сне, и самое худшее, что у вас во сне все может быть хорошо, тогда вы потеряетесь по-настоящему. Однажды, как-то раз утром, одна девушка проснулась и сказала своему мужу: «Джон, знаешь что? Мне приснился сон». «Да? И что же тебе приснилось?» «Во сне, на день рождения, ты подарил мне ожерелье из жемчуга. Что ты думаешь об этом?» Он сказал: «У тебя послезавтра день рождения, и подожди, и узнай, что это значит». Она ждала вечера, когда он придет с работы, и он пришел с упаковкой и отдал ей. Она открыла ее, размотала, раскрыла коробочку. Там была книга «Сонник». Так что, поскольку сегодня многие люди, даже те, кто рядом со мной, делают так. У них начинается паранойя по поводу своего здоровья. Все они занимаются медицинскими исследованиями. Они не согласятся ни с одним врачом, потому что в интернете они прочитали все обо всем. Отправляешь их к лучшему врачу, врач говорит: «Проблема в этом». Они говорят: «Нет, нет, а в интернете написано вот так». «У меня очень-очень сложная болезнь, которую вы не понимаете». Так что эти интернет-врачи, а также есть духовные гуру, вы тоже играете эту роль в некоторой степени, потому что весь этот жаргон, который используется тысячелетиями, все используют самые разные слова. Одна важная вещь — вы должны очиститься в своей жизни, вы должны стать чистыми. И как же? Последние два года вы очищали себя алкоголем. В Теннесси здесь люди этим занимаются уже многие годы. Но даже люди, которые не пьют алкоголь, даже в последние два года они много использовали алкоголь из-за пандемии. Итак, как же полностью очиститься и стать чистыми, избавиться от ненависти, гнева, страха, обиды? Попробуйте и посмотрим.
Если вы даже будете пытаться миллион жизней, они не исчезнут, потому что они не существуют. Вы их создаете. Вы их придумываете. Через какое-то время это, возможно, стало привычкой. Вы можете попробовать вот что. Следующие 3 дня все вы просто делайте вот так. Каждые 5 минут делайте так. Вот увидите. На 4-й день это начнет происходить само по себе. Потому что структура тела и ума может обучаться и функционировать самостоятельно через какое-то время. Люди говорят о мышечной памяти. Возможно, у вас есть мышцы и в мозгу тоже. Весь мир должен увидеть, как эти замечательные люди сидят и мокнут под дождем здесь. Это все уловки. Они никогда не срабатывали, но люди постоянно продолжают их использовать. Не пытайтесь освободиться от гнева, разочарования, досады. Нет. Если вы зарядите этой энергией, это будет функционировать с иным качеством. Это смоет все. Вместо того, чтобы пытаться избавиться от того или этого, это никогда не работает, потому что это не существует. Сейчас у вас есть гнев? Тогда как вы от него избавитесь? Вы испытываете досаду, обиду? Как вы от этого избавитесь, если нет? Сейчас у вас есть страх? Как же тогда от него избавиться? Как избавиться от чего-то, чего не существует? Тот опыт, который вы переживаете по привычке, происходит потому, что вы во что-то инвестировали. Если вы найдете что-то более значимое, разве все эти мелочи в вашей жизни не отвалятся? Вот и все, что вам нужно делать. Вот о чем я говорю, как об осознанности. Если вы найдете это, все остальные мелочи, ваше привлечение к еде, напиткам, не то чтобы вы не могли наслаждаться этим, но они не будут значить для вас слишком много. Они присутствуют, но как только вы найдете что-то более значимое, все остальное просто исчезнет. Вот во что вы должны инвестировать, чтобы коснуться этого в этой жизни, а не когда-то еще. Это должно произойти в этой жизни. Я пообещал, что отвечу на некоторые вопросы, но у нас всего не так много времени. Давайте начнем. First preference with the online people, okay? They're not even getting wet. They're missing the whole scene. Те, кто смотрит онлайн, они даже не понимают контекста. Как лучше всего убить время? I'm glad all of you got it. Oh, I didn't know people in Mumbai had nothing to do. Я не знал, что людям из Мумбаи нечем заняться. You are going to kill time.
если вы собираетесь убивать время. Нет. Время убивает вас. Секунда за секундой. Время убивает вас. Вы не можете убить время. Вы из Мумбаи, и там сейчас много обсуждают этот инцидент с Кали. Я знаю, что это связано с политикой, но раз уж мы заговорили о Кали, то Кали означает, что она — время. Все эти черепа у нее на шее. Я хочу, чтобы вы поняли, что современное изображение Кали, что она королева битв, отрубает головы демонам, такая неистовая. Это все появилось где-то 1500 лет назад. Но Кали существовало многие тысячи лет. Это современное изображение. И за последние несколько сотен лет все это стало, она стала больше как любящая мать. Но по сути Кали означает время. Потому что в итоге ваш череп тоже окажется у нее в ожерелье. Потому что она время. Она Махакали. И из-за этого время всегда уходит, оно никогда не останавливается. Вы можете остановить свои часы, но время не остановится. Только американцы, кажется, обладают такой привычкой, что они то добавляют, то убирают один час раз в год. Но время постоянно уходит. Я необычный человек. Люди по всему миру ждут, что гуру скажет что-то умное. Но я дурачусь, потому что в этом заключается мудрость жизни. Чтобы вы не становились слишком серьезными по отношению к собственному существованию. Чтобы вы немного подурачились. Нет, мальчики здесь, конечно, понимают слово «дурачиться» по-своему. Я говорю не об этом. Внутри себя. Сделайте, выставите себя дураком, потому что вы находитесь на этом шарике грязи, который вы называете Земля, посреди буквально ничего, но как много вы о себе думаете и каким значимым вы стали, несмотря на то, что вы просто песчинка. И с точки зрения места и времени, вы лишь пылинка в этом космосе. Так что Кали представляет и время, и пространство. Слово Кали, слово Кала, означает время, а также пустота или пространство. Так что в йоге только один термин и для времени, и для пространства, потому что мы не видим их как нечто раздельное. Современный интеллект пытается увидеть их таким образом, что поскольку есть точка А и точка Б, требуется время для того, чтобы преодолеть эту дистанцию. Почему вы не видите это так, что поскольку есть время, то есть сама возможность точки А и точки Б? Вы можете, конечно, говорить о курице и яйце, но мы не видим время и пространство как нечто разное. Что сначала было время или пространство, что сначала было курица или яйцо? Такие дебаты продолжаются. Но мудрость жизни такова, что однажды Шанкаран Пилай пошел на встречу одноклассников. Спустя 15-20 лет они пошли в хороший ресторан, когда встречаются одноклассники, им нужно говорить очень громко. Потому что за 10 минут большинство из них уже напьются, так что со старыми так называемыми друзьями нужно говорить очень громко. Вы друг друга не видели 15 лет уже, но вы лучшие друзья.
Так что другие люди все там разговаривали, все заказывали себе разные еды. Шанкаран Пилай ждал своего заказа, он был очень голоден, ему неинтересно было разговаривать, потому что он знает, когда он был в школе, все говорили одни только глупости, а сейчас... Глупости, но уже зрелого возраста. Да. Послушайте своих детей-подростков. Они говорят, вы думаете, что за глупости? Говорят без перерыва. Но они послушают ваши разговоры, и они подумают, что это за ерунда. Не произошло больших изменений, просто эта ерунда немного повзрослела, приняла другую форму. Так что Шанкаран Пилай сидел там, ждал своего заказа. Внезапно начался спор, что было первым, курица или яйцо. Люди практически уже начали драться друг с другом. И один человек ткнул Шанкарана Пилая в ребра. «Что ты думаешь? Что появилось вначале, курица или яйцо?» Шанкаран Пилай посмотрел вот так и сказал, что заказали первым, то первым и появится. Так что, мистер Пракаш, Кали, время убивает вас. Не думайте, что вы можете убивать время. Вы говорите, вы ничего не можете сделать со временем. Вы не можете его использовать, не можете его убить. Вы можете воспользоваться собой, либо вы можете убить себя. Это ваш выбор. Пожалуйста. Пожалуйста, погромче немного. Садхгуру, во время своих путешествий, делаете ли вы также какую-то мистическую работу? Яйцо сегодня означает, к сожалению, здесь, в США, вы думаете, что это завтрак, но яйцо означает потенциальная птица. Да или нет? Допустим, вы отправитесь жить в племя каннибалов. Они посмотрят на тебя и скажут, так, эта часть на завтрак, это на обед, а это на ужин. Да? Это не значит, что вы станете завтраком, обедом и ужином. Но, к сожалению, вы станете, если вы в неправильном месте. Так что, к сожалению, для этих птиц, если вы скажете «яйцо», все начнут думать, что это завтрак. Глазунья или омлет, вареное яйцо. Но никто не думает, что яйцо — это птица, потенциальная птица, что-то живое. Нет-нет, кто-то скажет, куриные яйца не оплодотворенные. Но почему? Потому что вы куриц запираете в клетки. Ну, оставим все это. Яйцо, по сути, означает... Это потенциальная жизнь, которая выйдет из своей оболочки в определенное время. Когда вы смотрите на яйцо, вы не можете поверить, что когда-то в один день у него появятся перья, и оно улетит.
Вам сложно поверить, что оно сможет когда-либо полететь. Но то, что из него появится, отрастит перья, и все произойдет. В следующий раз, когда вы будете есть яйцо, увидьте птицу, да, маленькую птицу, которая будет пытаться появиться из этой жидкости. Ничего неправильного в этом нет, просто вы должны видеть это как реальность, и вы будете есть с определенной благодарностью. Нет, это жизнь. К сожалению, мы должны ее съесть, так что как минимум, по крайней мере. Так что Марк из Калифорнии, который задает этот вопрос, он говорит не о яйцах, не о куриных яйцах, он говорит о мистических яйцах. Вы что-то оставляете где-то, чтобы позже что-то из этого проклюнулось. Есть множество таких мест, когда что-то потенциально духовное оставляется. Чтобы в будущем кто-то, кто обладает достаточным поиском, наткнулся на это и воспользовался этим. Индия полна таких мест. Мы нашли несколько таких мест в Соединенных Штатах. Но было сделано слишком много изменений, но по-прежнему это потенциальная жизнь. Так что сейчас Марк спрашивает, отложил ли я свои яйца, когда путешествовал. В ралли «Спасем почву» или по племенам североамериканских индейцев в прошлом году. Какова бы ни была природа вашего существования, куда бы вы ни отправлялись, какая бы ни была ваша цель, фундаментальная природа существования не изменится, она будет там. Некоторые части Северной Америки, некоторые части Европы и даже арабских стран, вы увидите, там проклюнутся определенные вещи в следующие несколько лет. Вопрос? Да, где вы? You got it. Well, for those of you who don't understand many, just ask why. Для тех из вас, кто lights went off. Не понимает, на новолуние выключает свет. Гуру Амавасия. Okay. Почему гуру связан с полнолунием? Это полнолуние, как я уже говорил ранее много раз, это день, когда Адийоги, который был йогином, обрел стремление стать гуру. Так что он выбрал благоприятный для этого день. Если вы хотите посидеть под открытым небом и говорить с людьми, вы выберете полнолуние или новолуние, скажите мне. Естественно, вы выберете это. Это не единственная причина. Как я уже сказал, присутствует определенная гравитация, люди более восприимчивы в это время. Амавасия противоположна в этом плане. Плоха ли Амавасия? Нет, она очень хороша для определенных целей. Но чтобы не для того, чтобы вы сидели вот так под открытым воздухом, и я говорил с вами. Полнолуние более благоприятно. И самое главное, это первое полнолуние того, что мы называем садхана-падой. После солнцестояния это первое полнолуние. Так что из-за сдвига, который происходит в качестве этой планеты, йогин всегда немного перестраивает себя. Вся жизнь перестраивает себя.
Даже ваше тело делает это. Заметите ли вы это или нет, это единственный вопрос, но когда проходит солнцестояние, тело немного перестраивается, чтобы хорошо расцвести при новых условиях, потому что влияние Солнца на планету и многие другие перемены, это происходит дважды в день, то, что называется солнцестоянием, летним и зимним. В этот день, когда происходят такие перемены, внезапно он заметил, что эти семь человек ждут его уже много лет. Допустим, я закрою глаза, начну медитировать. Много часов, я открою глаза, а вы еще здесь. Тогда... Но вас здесь уже не будет, да? Хорошо. Даже тогда всего семь человек остались ждать. Когда он сделал эти поправки внутри себя, он увидел, что люди все еще его ждут. В тот день солнцестояние и полная луна были в один день, как это было несколько лет назад. И он подумал, они ждали много лет, хотя он не сказал ни слова и не показывал никакого интереса по отношению к ним, они по-прежнему ждали. Это значит, что они осознали возможность. Они не уйдут, потому что они осознали возможность. Они пришли не ради развлечения. И он решил, хорошо, и превратился в гуру. Первый гуру, Адиюги, стал Адигуру в эту ночь. Это было полнолуние. И разве не замечательно? А также то, как структурирована традиция, саднапада, начиная с этого дня, все амавасии имеют значение, поскольку вы делаете садну в Кайвалья-паде. Когда вы должны расцветать, имеет значение все полнолуния. Есть Тайпусам, Будда Пурнами. Есть много важных полнолуний. В это время имеет значение новолуние, потому что солнце в неправильном месте, неправильное не то слово, солнце в другом месте. Нужно рассмотреть геометрию всего этого, как это работает. Вы увидите, что есть в этом свой смысл, свое значение, поскольку так реагирует вся жизнь, не только вы. Вся жизнь реагирует таким образом. Так что полнолуние не только для гуру, оно для того, чтобы расцветать. Так что гуру Пурнима, Будда Пурнима, все они подразумевают просветление. Будда Пурнима — это день, когда Будда достиг просветления. Многие мудрецы достигли просветления в полнолуние. Так что в ночь полнолуния это происходит легче. Так что полнолуние рассматривается как день для того, чтобы расцвести, а амавасия для того, чтобы работать над собой. Так что гуру амавасии нет. Гуру, гу значит темнота, ру означает рассеивать. Так что лучше. Амавасия — это самая темная ночь. Пожалуйста, возьмите микрофон. Где вы? Я чувствую, что я очень близка к вам, но в то же время очень далека от вас. А где вы живете? Как же поддерживать близость с вами?
Спасибо, Садхгуру. У вас здесь фанаты, похоже, есть. Надеюсь, все расслышали этот вопрос, кто сидят далеко. Вопрос в том, я чувствую близость с вами, но в то же время чувствую, что я очень далеко. Как же мне достичь близости? Так что близость и отдаленность — это не физическое расстояние, не то расстояние, которое можно измерить. Сейчас я сижу здесь как человек. Но вы здесь не из-за человека, вы пришли не ради человека. Вам не нужно сидеть здесь под дождем, чтобы увидеть человека. В чем смысл? Людей очень много повсюду. У вас есть два аспекта. Один — это ваша сущность, то, кем вы являетесь на самом деле, и другое — это ваше тело, мысли, эмоции, самые разные аксессуары. Когда вы вкладываетесь в свои аксессуары, вы чувствуете, что вы далеко, потому что вам кажется, что я... Вы не можете меня видеть, но когда вы сидите здесь как сущность, я буду прямо там, я буду с вами. Это не подлежит сомнению, потому что, когда дело касается сущности, не существует той сущности или этой сущности. Есть только одна сущность. Есть этот человек — тот человек, есть это тело — то тело, есть этот ум — тот ум, есть та ерунда — эта ерунда, но есть только одна сущность. Вы немножко ухватили и думаете, что это ваше. Как только вы думаете, что это ваше, у вас этого нет. Так что в те моменты, когда вы медитативны, в те моменты, когда вы испытываете любовь, когда вы чувствуете радость, вы чувствуете, что Садхгуру с вами. Но в те моменты, когда вы... Кажется, что Садхгуру в другом мире. Где же он, черт возьми? Почему он мне не помогает? У меня финансовые проблемы. Нет, в Америке не всегда финансовые проблемы, но меня там девушка бросила. Почему Садхгуру ничего не сделает? Вам просто нужно двигаться по направлению к вашей сущности. Но неправильно называть это вашей сущностью. Вы должны больше стать сущностью, и тогда вы увидите, что свет, который вы называете Садхгуру, то направление, присутствует постоянно в вашей жизни. Я не часть вашего сна. И мне не нужно ей быть. Вы можете играть со своими снами, мечтами, но как только вы вкладываетесь в них, вы отворачиваетесь и смотрите в другую сторону. И тогда это кажется чем-то отдаленным. Сейчас вы смотрите сюда, а если вы развернетесь, где же я? Вам придется обойти всю планету и прийти ко мне. Вот насколько я далеко. Так что ваше восприятие близости и отдаленности таковы, что когда вы смотрите сюда, я прямо здесь, когда вы отворачиваетесь, вам нужно обойти всю планету вокруг. Давайте поддерживать равенство полов. Намаскарам, Садхгуру. Please tell me.
Да, пожалуйста, ваш вопрос. Можете ли вы потанцевать с нами? Можем ли мы спеть песни вместе? Намаскарам, Садхгуру. Намаскарам, Садхгуру. После вашей 100-дневной поездки по Европе, Ближнему Востоку, по Индии, в рамках движения «Спасем почву», что вы планируете для США, а Канады? И как друзья Земли могут поддержать вас здесь? Когда вы говорите «я друг Земли», почему вы говорите «США и Канада»? Вы друг Земли. Друг Земли означает, что в какой-то степени мы понимаем, что это за пределами национальной принадлежности. Так что если вы друг Земли, какая вам разница, где вы? Как я уже сказал вам, я буду в Южной Америке, в Карибах, в Европе. Все эти страны очень хотят воспользоваться рекомендациями «Спасем почву». Они занимаются научными исследованиями. Мы в процессе формирования комитета из 20-25 членов, которые могли бы технически поддерживать эти страны. Некоторые из этих стран хотели отдать нам целый остров, на котором мы могли бы продемонстрировать, как можно выращивать определенные злаки, не разрушая почву. Когда я говорю об этом, я говорю о том, что возвращать органический контент в почву — это самый главный аспект. Если вы хотите накормить 8 миллиардов человек, вам нужно поднять органическое содержание, и затем постепенно начнет снижаться количество использования химикатов. Если делать это постепенно, это может занять 7 или даже 15 или 20 лет, но никто не сможет спорить, что по мере повышения органического контента использование химикатов, потребность в использовании химикатов начнет снижаться. Это правильный путь. Если мы хотим сделать это, не нарушив сельского хозяйства, то, как оно существует сейчас на планете. Допустим, завтра мы остановим использование любых химических удобрений и так далее, поскольку вы что-то себе придумали. Производство продовольствия в мире снизится до 25% от того, что есть сейчас. Это смерть. Давайте не будем говорить безответственно. Важно, чтобы мы подняли органическое содержание в почве. Это должно поддерживаться на уровне законодательства. Я разговариваю с разными группами людей, бизнесом, индустриями, с самыми разными людьми, чтобы помочь маленьким странам. Мы хотим выбрать одну страну в Карибах, одну в Африке и один штат в Индии в разных широтах, чтобы продемонстрировать, что это можно сделать эффективно за 3-4 года, чтобы правительство двигалось быстрее. Если они двигаются сами по себе, это замечательно, но если нет, мы хотим обеспечить для них финансирование, которое будет даваться 50% из частного финансирования и 50% от правительства, тогда все произойдет быстро. Проблема в том, что все хотят этим заниматься. Я не сомневаюсь, что
мир будет двигаться в направлении спасения почвы и законодательства, но вопрос лишь в том, сделаем ли мы это сейчас или завтра. Завтра — это очень опасно, потому что завтра никогда не наступает. Все будет откладываться, пока не начнутся серьезные катастрофы. Вот в чем проблема человечества. Мы ждем, пока катастрофа не произойдет, а затем мы плачем и снимаем об этом кино. Нет. Мы должны предотвращать катастрофы, так что если это должно произойти, это должно произойти вовремя. Так что если некоторые из вас, кто-то из вас могут что-то с этим сделать, это замечательно, нам нужна сильная команда, которая может путешествовать, может сделать так, чтобы это произошло в разных странах. Я не могу посетить каждую страну в мире, но скоро будет встреча Большой Двадцатки. Индия будет частью этого. Официально мы включены в это. Как минимум 25 важных встреч, мы будем в них участвовать. Так что мы ждем этого. Сейчас проблема в том, что у нас есть проекты, духовные процессы, у нас больше программ, которые остановились на время пандемии, сейчас мы их возобновляем. Есть духовные мероприятия, построим духовную инфраструктуру. Многие из вас, которые обладают необходимой компетенцией, мы можем вас обучить. Нам нужна команда из 50-100 человек по всему миру, если все они из Северной Америки, замечательно, если у нас 100 человек, которые готовы посвятить как минимум 3-4 часа в день, и когда им нужно будет путешествовать, чтобы они могли куда-то уехать, мы оплатим вам перемещение по миру, но мы не можем платить вам зарплату. Так что если вы будете уделять этому как минимум 3-4 часа в день, мы можем сделать так, чтобы это произошло. Но мне нужны люди. Все те, кто здесь сейчас кричат. Вы придете? Намашкарам. Намашкарам. Sorry. Ladies first, I guess. Yes, please. Дамы вперед. Намашкарам, Садхгуру. My name is Дургеш Нандини. Намашкарам, Садхгуру. I have a question. Меня зовут Дургеш Нандини. У меня вопрос. Есть определенные ритуалы, которые имеют значение в Индии при рождении ребенка. Во-первых, мы называем ребенка определенным образом. На шестой день мы говорим, что его судьбу можно записать. Я бы хотела спросить, в чем значимость этого и как его имя и пуджа в этот день влияет на его путь в жизни. В Индии есть ритуалы и процессы. К сожалению, многие из них стали просто ритуалами, но в большинстве из них, как минимум, есть определенная глубина. Есть ритуалы для брака, для зачатия, для разных стадий беременности, для рождения. Когда ребенок, его кормят грудью, для этого есть свой ритуал. Когда ребенок начинает есть твердую пищу, для этого свой ритуал. Потому что человеческий ребенок появляется несформированным. Они не появляются, как другие существа. Они рождаются на свет и через три дня уже бегают повсюду. Но ребенок человека во многом не сформирован. Если вы не сформируете его определенным образом, эта жизнь не разовьется очень сильно. Это не значит только питание с помощью еды. Питание по-разному.
Если мы сделаем это в определенном обществе, мы произведем большое количество замечательных людей в мире. Но для этого потребуется определенное внимание новой жизни. Поэтому я говорю молодым девушкам, если вы хотите делать что-то другое, делайте это. Сейчас нет необходимости рожать детей, если только вы не готовы вложить в это всю свою жизнь, как минимум на 18-20 лет. Если это невозможно, тогда зачем? Если вы не сможете произвести жизнь лучше себя самих, тогда вы не должны этим заниматься. По крайней мере, в чем-то следующее поколение должно быть на шаг впереди вас. Если вы не сделаете этого, тогда дело не только в биологии, но в том, как вы, какую форму придаете ребенку. Речь не о морали, этике и так далее. С помощью энергии, с точки зрения энергии, вы можете придать ребенку форму, чтобы он стал большей возможностью. Сейчас много ритуалов проводится в храме Деви в Индии. Мы также можем делать их здесь, но нам нужно обучать людей. Так, вот эти кошки, которые там выкрикивают что-то. Для этого требуется определенный подход, чтобы обучить вас ритуалу для рождения, жизни и смерти. Мы хотим обучить людей, но где эти люди? Через два дня они уезжают куда-то. Так это не работает, потому что для этого нужна определенная инвестиция жизни. Если здесь есть кошки... Я сказал, что на кошек нельзя положиться. Постоянно они ходят сами по себе. Мы уже превозносим щенков, собак, так что, наверное, в следующем году мы сможем начать процесс обучения. Это можно сделать здесь. Мы также можем помочь вам установить алтари там, где вы находитесь. Это можно делать где угодно. Единственное, нам нужна абсолютная целостность. В этом проблема ритуала. Как только вы получаете возможность повлиять на жизнь другого человека в какой-то степени, тогда очень важно, чтобы вы находились на определенном уровне целостности, потому что в противном случае это станет источником для эксплуатации. В традиции произошло именно это. Ритуалы стали очень коррумпированы, все стало коммерческим. Из-за этого люди отказались от ритуалов из-за коррупции. Мы должны избавиться от коррупции, но оставить процессы. Но, к сожалению, люди не могут разобраться, что есть что. Так что мы можем возродить это, если вы покажете мне, что вы люди такой целостности, что если я дам вам инструмент, с помощью которого вы сможете определить, будет человек жить или нет, если вы дадите мне такую уверенность, что вы не воспользуетесь этим во вред, тогда мы можем это сделать. Так, подождите. Мы придем к вам. Европейцы встали специально для этого сатсанга, так что я не знаю, насколько долго мы можем продолжать. Индийцы только встали, никаких проблем. А вы как? Если я пойду туда, меня будет видно на камере? Так что те из вас, кто смотрит онлайн, мы продолжим процесс. Но официально мы сейчас закончим, так что если хотите отключиться, можете отключиться. Shambho, Shambho.
Shambho, 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 Shambho.
Shambho, 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 Shambho,
Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho. Amen. There are certain things you will know only by plunging in. If you just breathe this energy which is all over the place, even the physical process of life could be reversed in many ways. We are only talking about moving from the mundane to the mystical, from the logical to the magical. It will hasten one's journey towards consciousness.